Дарауадяг бо. Айенин бидан. Эревинун умут. Эвудив торам хукутчип. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учить слова на венском языке на тему «Северный олень». Ондат. Ондат. Олень, идущий впереди зимой. Ондат гуд нян тангнян делиня биваттен. Ондат гуд нян тангнян делиня биваттен. У оленя ведущего рога бывают большие и ветвистые, а ноги длинные. Ондату быилна нуковатты. Ондату быилна нуковатты. Ондатом управляют мужчины. Ондат явник коттен. Ондат явник коттен. Для чего нужен олень ондат? Ондат хотарам оваттен туаниду хунта иманраду. Ондат хотарам оваттен туаниду хунта иманраду. Олень ондат используют зимой при глубоком снеге, при кочевке или охоте. Ями тангнян долиня. Ями тангнян долиня. А почему рога ветвистые должны быть? Эти лихие бисгэндэн. Эти лихие бисгэндэн. Чтобы он вел по свободному пространству. Битик ондадюлин укчанрым. Я сейчас рассказала вам об олене ведущем. Учик. Учик – верховой олень. Учик каур оран эниван хинмаватта. Учик каур оран Эниван хинмаватта. Верховой олень бывает сильный. Эмгун аит инуннан. Томи нереванда куячотта. Эмгун аит инуннан. Томи нереванда куячотта. Выбирают верхового оленя по строению туловища. Эревинумут эудив торамупкутып. Даурит и чилдарик лавры стала. Сегодня мы выучили слова на эвенском языке на тему «Северный олень». До свидания, друзья!